Много нового жилья приобретается, новое жилье люди приобретают, начинают делать перепланировку, тоже обращаются. У нас очень хороший проектный отдел, где мы, в общем, делаем проекты, мы делаем перепланировки для граждан, мы делаем дизайн-проекты, ландшафтным дизайном занимаемся. В общем, достаточно серьезный проектный отдел, открыты, в общем-то, все возможности для того, чтобы изготавливать вот для граждан документы соответствующие. Делаем мы, в общем-то, все работы, связанные с недвижимостью, абсолютно все. Начиная от рождения объекта, то есть технический паспорт, технический план, оформляем землю, рыночную оценку ведем объекта. В общем, делаем все работы, связанные с недвижимостью. Делаем проекты перепланировки, узаканивание перепланировки. И абсолютно все, что связано с недвижимостью, и имея архивы, также работаем с нотариатом. Нотариат обращается в основном за наследными документами. В архивах БТИ хранятся копии, а раньше копии делались не светокопии, а делались просто в нескольких экземплярах, то есть с синими печатями, и при оформлении наследных прав эти документы, копии принимаются даже нотариатом. Мы сейчас работаем и с управляющими компаниями, которые в настоящее время отлицензировались и производят, будем говорить, ревизию жилищного фонда, которая предусматривает правильное определение общей неделимой площади, которую обслуживают эти управляющие компании для того, чтобы правильно насчитывать, будем говорить, затраты на содержание общего неделимого имущества. То есть это нужно для наших граждан. Ну а поскольку у нас в архивах практически все документы имеются для того, чтобы для управляющих компаний их выдать, мы производим обследование, то есть смотрим, изменился объект или не изменился. Но здесь связано с чем? С тем, что осваиваются подвалы, технические подполья, в которых появляются новые хозяева. Некоторые граждане переделывают жилье под нежилье, то есть парикмахерские, там, магазины и так далее на первых этажах, цокольных этажах помещений. Поэтому и меняется общее неделимое, меняется общее количество граждан, которые, или собственников, которые принимают в этом деле участие.